Привет, скунсик. Ты будешь яблочко? Не-не-не, вот. Оп, домашнее яблочко кушай. Что, не нравится? Мяса нету. Скунс вообще сумеречное животное. Они одиночки. Всеядные. Что, яблоко не нравится? А что тебе дать? А будешь помидорку? Помидорку домашнюю будешь? О! Домашняя помидорка. Ну как ты справишься? Ой, укатил. Ну повернись. Ну давай тебя отсюда сниму. Справился? Чуть-чуть уже справляется. Ну хватит тебе полоскать. И тут отвернулся. Ох. Вот так. Вкусно, понравилось, я рада. Полоскун. Ну все, ушел. И тебя тут поймаю. Друзья, скунсы приносят большую пользу сельскому хозяйству, поедая насекомых, вредителей, колорадских жуков, саранчу и других, мышей. Иногда они поедают, конечно, морковь на полях и разоряют курятники, но достаточно редко. Поедают также пчел на пасеках. Вот такие у нас скунсы. Представляете? Так что вот так. Ну, вернее, не у нас, а живут они в Северной Америке. Все, внутренность съел, все поняла. Не, надо все доесть. Выковыривает. Все, тем-тем. Ладно, пока-пока. Пока-пока. Яблочко тебе дала. Где? Не хочешь? Да. Ну ладно, пока.